Я приветствую тебя, брат. Ты на канале ММА Братство. Какой же это ужас? Какой же это позор? Почему нас окружает столько плохих людей? Сегодня этот ролик я записал на эмоциях и попрошу тебя, брат, не судить строго. Просто то, что я видел и читаю, повергает меня в шок, ну просто в тотальный шок. Наш дорогой брат Саид Губденский погиб в аварии. Хоть я его прям лично и не знал, но для меня это большая утрата тоже. Ведь я являюсь тем еще автолюбителем. И за все это время, наблюдая за Саидом, за его творчеством, этот человек стал для меня как родной. Во вчерашнем ролике я рассказывал вам и показал слова Хабиба, который прокомментировал эту трагедию. Коротко и ясно, как настоящий мусульманин. «Мы принадлежим Аллаху и к нему мы вернемся», — сказал Хабиб. Сегодня Хасбик тоже простился с ним. «Соболезную искренне, родным и близким. В один день мы покинем этот мир», — сказал Хасбуа. «Все наши подписчики на нашем канале писали только добрые слова, провожая в последний путь Саида Губденского. Но знаешь, брат, вот честно тебе говорю, лучше бы я не заходил в ВКонтакт, где я и наткнулся на тонны негатива, тонны мата в адрес Саида. Я это все не хочу читать, я это вообще не хочу читать, я просто покажу и все, но читать это я не буду. И те, кто это все пишет, да что вам сделал бедный Саид? Че он вам сделал? Че с вами люди? Вот кто это все пишет? Насколько же вы гнилые внутри? За вами нет духа. Сказать это в лицо хоть одному человеку, кто знал Саида, да вы в жизни это не скажете. Никогда. В лицо вы это не скажете. Вы жалкие трусы, и только в интернете скрываясь, вот только тогда вы смелые. Тем более позакрывали свои страницы. Духа вообще нет у вас. Вот такая же ситуация была, когда погиб Мурод Хантураев. Тогда несколько узбеков настигли комментаторов, кто писал эти гадости, и хорошенько их так наказали, заставили извиниться. И тут то же самое будет. Мы настигнем вас, трусы. Слушай, брат, вот я обращаюсь к тебе, который сейчас смотрит этот ролик. Брат, скинь это видео своим друзьям, распространяйте это видео, чтобы больше людей узнало об этом, и чтобы побыстрее мы смогли наказать этих уродов, которые глумятся над смертью Саида. Бедный Саид. Пусть Всевышний успокоит его душу и дарует лучшее место в раю.